этот воздух и вентилируется вот через эту рубашку. У вас полностью таким образом находится везде воздух. Все это снаряжение весит 78 килограмм. И в принципе все люди, которые занимались подводными работами, что-то строили, мосты, что-то еще делали, они занимались вот в таком снаряжении. То есть представляете, да? Это снаряжение весит 78 килограмм. То есть когда водолаз одевает на себя это снаряжение, да, он на себя одевает вес 78 килограмм. Представляете, да? Поэтому профессия водолаза была раньше очень сложная, тяжелая. Это были очень здоровые люди, все выносливые. А после того, как придумали вот такой вот аквалан, эта профессия стала доступна практически всем. Ну, конечно, здоровье тоже должно быть хорошее, но сейчас даже детки вот у нас маленькие, вот ты у нас тоже нырял же, да, везде. То есть вот в прошлые года и вот ты тоже, да, нырял. То есть получается, что это снаряжение доступно, в принципе, детям по международным стандартам с 8 лет. То есть получают международные права.